Здравствуйте, перед вами точила Митаба DSD-250. Это самый мощный точильный станок во всей линейке. Мощность двигателя 900 Вт. Модель рассчитана на промышленное применение и работает от трехфазной сети 380 Вольт. На станке установлены два круга диаметром 250 мм. За счет разной зернистости один используется для черновой заточки, другой для финишной. Упор для заготовки можно настроить без инструмента. Безопасность оператора обеспечивает искрозащитные стекла и два алюминиевых кожуха. При перебоях в питании срабатывает защита от повторного включения. Опора с резиновой накладкой поглощает вибрацию. Вес модели 33 кг, точильные круги идут в комплекте. И вы никогда не забывайте, что мы рекомендуем только качественную технику.